Как известно, 27 января под председательством главы государства состоялось видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению мер по обеспечению занятости и содержательной организации досуга молодежи. В целях реализации исполнения поставленных тогда задач представителями Ташкентской городской прокуратуры организованы встречи с молодежью Бектимирского района, включенных в списки молодежной тетради. В Махалле Зылола проживает 3155 человек. Из числа жителей под ответственной второму сектору территории 5 внесены в молодежную тетрадь, 75 вошли в списки женской тетради и 47 в железную тетрадь. В ходе встречи рабочая группа, возглавляемая заместителем прокурора Ташкента и прокурором Бектимирского района. Также в нее вошли представители администрации района, государственных структур, банков и представители организаций, имеющих вакантные места. Изучила проблемы граждан. По итогам, например, решился вопрос трудоустройства Сардора Ходжиматова. А пока он не начал получать зарплату, ему выделят единовременную денежную выплату. Учитывая мою ситуацию, мне оказали необходимую поддержку. По итогу я был трудоустроен. Уже определили ежемесячную заработную плату. Она составляет 1 миллион 700 тысяч сумов, чему я очень рад. Достон Наимов недавно прошел военную службу, но найти работу самостоятельно не смог. Помогли и ему. Теперь он помощник инспектора. Я был безработным, но сейчас эта проблема решена. Очень рад и горд тому, что смогу надеть форму. В ходе встречи обращения изучены в оперативном порядке. В частности, 7 по трудоустройству, 3 по выделению ордеров на получение бесплатного медицинского обслуживания, а также 2 по предоставлению льготных кредитов молодым предпринимателям. Поступившие обращения на особом контроле сотрудников прокуратуры. Принимаются необходимые меры для их решения. Мероприятие, инициированное для оказания адресной поддержки, завершил концерт военного оркестра Национальной гвардии, а также показательные выступления специального подразделения.